честь дня рождения Абая Кунанбаева на перекрестке проспекта Абая с улицей Ташкентская у памятника писателя пройдет урок абаеведения на тему «Абай Рухо Оло Тулга». Цель данного мероприятия – сформировать у читателя мировоззрение об Абае как личности мирового значения, как о мудреце и мыслителе, ознакомить молодежь с творчеством великого казахского поэта и донести до молодого поколения то, что вкладывал Абай в свои произведения. Мероприятие организовала Жамбылская областная библиотека имени Шокана Валиханова. О вкладе Абая в казахскую культуру рассказали приглашенные гости. В свою очередь библиотекари декларировали наизусть стихи поэта и его слова назидания. Мы каждый год собираемся у памятника Абаю в день его рождения. Абаевские чтения организовываются областной библиотекой имени Шокана Валиханова. В этот день мы знакомим участников с жизнью и творчеством великого поэта.